В 1984 году в нашей эре. И этот город, как переводится Фес? Забыли, видимо, да? Матыга. Матыга, Фес. Матыга, потому что Идрис I, когда собирался строить город здесь, в 8 веке, он сам давал как бы команду, чтобы начинать работу, используя серебряную матыгу. И сказал свои великие слова Богу, Бог, я не хочу стать велик, ибо велик ты, я лишь хочу строить город, где люди будут жить, учиться и восхвалят тебя. И пошла строительство первого имперского города Марокко. И Фес считается первая арабская столица на Северной Африке. И, как я объяснил, город Фес – это духовная столица Марокко, считается, до сих пор. Потому что отсюда распространяется ислам в южных странах Африки. Из-за этого очень много мусульман из таких стран, как Сенегал, например, Нигер, Мали. Они часто к нам приезжают тут, именно в город Фес, посещать Идрис I и Идрис II. Мы вчера, когда ходили по Медине, позавчера, когда ходили по Медине, мы видели, как называется, мавзолей или усыпальница, или могила Идриса II. А его отец, главный, он покоится за город. Есть специальная такая деревушка, называется в честь него. Деревушка Идрис. И там приезжают вот эти мусульмане, совершают как паломничество. Это локальный хадж для мусульманов с Африки. Наш тур, кстати, он называется тур имперских городов. Имперские города, знаете какие? У нас город Фес, город Марракеш, город Рабат и город Мекнес. Мекнес, если вы помните, где видели усыпальницу Мулей Смеи. Поэтому ваш тур называется тур имперских городов Марокко. Мы вместе с вами посещали духовную столицу Марокко, это Фес. Посещали экономическую столицу Марокко, это Касабланка. Посещали административную столицу Марокко, это Рабат. И посещали туристическую столицу Марокко, это Марракеш. Плюс гашишевая столица Марокко, это синий город, где мы были вчера. Мы разве его увидели? Увидели же все?